Ребят, всем привет, с вами Dream Team House. И обязательно перед просмотром этого ролика дисклеймер: ни при каких обстоятельствах не повторяйте этого дома. Все трюки выполнены профессионалами. Мы используем специальную защиту, и за кадром стоят инструктора и следят за тем, чтобы все прошло гладенько. Ребят, сегодня мы позвали в гости Сережу. Сережа из Just Sim. И в лесу мы собрались не просто так, мы играем в игру. Игра называется Paint Bottle. И играем мы на деньги. Правила игры таковы: мы стоим вокруг бутылки, крутим бутылку. На кого показывает бутылку, бутылка, тот побегает к нашему ружью и пытается попасть в игроков, которые убегают. В кого попали, тот выбывает. Играем до победного. Приз у нас 100 тысяч рублей. Поехали. Да, это жестко. Попал кого-нибудь? Нет. Это было очень стрёмно. Там прям близко было. Стой, стой, стой. Потом посмотришь, как они там стреляют. Сейчас здесь постреляю я. У нас с ребятами появился отдельный свой крутой канал, где мы играем, ведем стримы и общаемся с вами. Давай ты по ссылочке перейдешь, подпишешься, потом вернешься. Ну и досмотришь это видео до конца. А я продолжу. Раз, два, три. Стою! Он уже 4 раза подряд, алло. Раз. Да этот не везучий. Два. Три! О, попал! Попал! Чё, пацаны, в кого? Два, гэдшот! Ты что, я стрелок? Бочку дал. Тебе? Ему. А, бочка болит. А тебе, бро? Твою мать! Глянь, бро, там есть что-то? А у меня башка не синяя. Нет, вообще. А, да, да, да. Бро, давайте бы у меня не было, потому что никакой. Я не могу. Это как? Подожди, подожди, стоп. Стой, стой, стой. Шарик, шарик, шарик. В гнездо попало. Это очень больно. Так, ребят, нас осталось трое, и сейчас прям максимально страшно. Что вы знаете о везении? Бабич, который падал, я в него не попал. Вот это было жестко. Это жестко, это просто. Попал, бро, в ногу, в ногу, в ногу. Как оно стреляет? Я рад, что я вышел. У, Вась. Показывай. Через кроссовок. Через кроссовок. Жестко больно. Вот и вот. Он тебе так булочку прострелил, бро. Реально? Он тебе прям булочку. Это очень жестко. Ребят, сейчас у нас последний раунд. Вот, и такая битва выходит, что либо я, либо я. Два. Жестко! Остался синяк, смотри. Прям в косточку, прям. Это, видишь, красненькая? Бум! Покажи, покажи. Это очень жестко, ребят, пока. Ну что, бро, ты победил, забирай свои деньги грязные. Уходи вообще. Я позову команду Just Team, и мы вас просто уничтожим. Мы снимем пинкбольное поле и поиграем против Just Team, он имеет в виду. Расстреляем их, короче, в мясо. А я имел в виду, что мы вас уничтожим, ты не понял. Ты вообще первый выбыл. Ты мне сотку. Получается все, ребят, спасибо вам большое. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчики, ждите новых видосиков.